Это первая экскурсия такая. Мы собрали людей с большим партийным стажем и решили привлечь экскурсовода. Он нам сам предложил свою помощь. В то же время хотим посмотреть, как это получится. Но я полагаю, что напомнить, когда были установлены эти памятники, как назывались улицы города. Мы живем в Благовещенске и порой не знаем своей истории. Значит, вот такой ряд экскурсий мы теперь будем проводить. Это наша всего лишь небольшая дань памяти и уважения великому вождю.